крутая штука, да? Смотрите, какие колеса мощные. Ребят, в общем, готовимся к крутым виражам, крутым подъемам. На крайняк бросаем баги и съявы. Вообще, очень стыдно, на самом деле, что мы живем в таком офигенном городе, не умеем кататься на бордах. Но мы решили это исправить. Поэтому, если вы такой же человек, который каждую зиму говорит, что я научусь кататься на бордах, то эта зима идеальная. В общем, мы хотим пробудить у зрителя чувство ностальгии. Мы вот такие были тогда. Это очень ценные вещи для меня. Сомник, доктор Пеппер. Ё-моё, это седая древность. Вот такая вот бритва. Фаталити, это бабалити. Если честно, вот мне до сих пор на Сеге Mortal, нравится больше, чем даже на четвертой Соньке Mortal. Не работал? Короче, у меня нет теплых вещей, пришлось одевать то, что есть 4 носка, 2 подштанников. Как говорится, чем богаты, тем богаты. Тем тому и рады. Да мне похер, я так сказал. Сейчас будем перемещаться колонной, первая машина инструкторская, и вы едете след-след. Особенно это касается, когда мы выйдем уже на пухляк. Почему это очень важно? Короче, только что из-за Искандера нас чуть не выгнали. А точнее, не из-за Искандера, а из-за его огромного веса, блядь. Короче, ребят, чтобы кататься на баге, надо худеть. Иначе попадете в просак. Все, поехали сюда! Очень важно отдыхать именно под баг! Для контента желательно было бы, чтобы на нас напал волк. Ну, бля. А еще лучше Ирбис, блядь. Да, или Ирбис. Сейчас не проявлять не надо. Иди строго, как мы идем. Иду, просто я вижу, как ты едешь. Иначе это черева. Не. Мало того, что сам можешь погробиться. Поэтому идите строго по колее, ребят. Сейчас сел. Да хуй его знает, блядь, доебался до меня, блядь. Я ничего не сел. Едь строго по колее. Не, ну я строго по колее. Зайди, угодь, появлять не надо. Я, блядь, еле управляюсь, блядь, так в напряжении. Кто крутые водители? Мы крутые водители! В данной горной местности, если ласточка летит шопой вперед, то сильный ветер. Только не в этот, не... Повернись, брат. Давай. Ты очком не проглоти снежок. Да. Давай делай. Ну ты отвернись. Отвернись. Лицо попад. Неинтересно. Давай, я пошел. Не смотри, так же интересно, заебал. Смотрю. Смотришь? Давай быстрее! Почти вертикально едем! Рассыпано, да? Немножко. Короче, мы приехали в специализированное место, где выдают всякие сноуборды. Алмаз, у тебя вот здесь вот типа дырки, да, в глазах? О, нифига себе! Пацан, ну-ка. Просто после катания пойдем. Покажи. Где ты такую шапку себе поднял? Пацан будет сейчас гордиться. Не Жан-Алык. Жан-Алык тревожный, пиздец. Мы пробили форму. Мы сейчас едем кататься в Акбулак. Мази, можно я тебе обувь скину в тачку? А там ее не подобрать. Да? Просто хотел тебя унизить. Пойдем, пацан. Сильный снегопад привел к перекрытию. Так, друзья, все мы знаем физику, как бы я сдавал 5-й предмет на нетофизику. И все мы знаем, чему равна сила. А сила равна масса, умноженная на А, на ускорение. И у меня такой вопрос. Я на массе. Я такой вопрос, как вы думаете, с какой силой Искандер покатится со сноубордом вниз? Как ты прокомментируешь нынешнее положение, Искандер? Ну, положение вещей очень жирное. Ладно, спасибо, Биба. Восточная мудрость горная. Любишь кататься? Женись на кататься. Восточная. Что это, блядь, было? Шапа сеет, шапа хата на умене. Я прошу, забери меня, мама. И такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться.
кончится раз и навсегда. Но если ты обычный парень, мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Короче, знаете, в чем прикол? Видите, она подвижная. И когда Искандер становится, мы замедляемся. Больше всего в жизни я не люблю вот именно вот эти вот очередя, ждаем. Вообще очень стыдно на самом деле, что мы живем в таком офигенном городе, не умеем кататься на бордах. Но мы решили это исправить. Поэтому если вы такой же человек, который каждую зиму говорит, что я научусь кататься на бордах, то эта зима идеальная. Там Искандер из толпы подглядывает, видит, что мы снимаем, и хочет подойти. Посмотрите, какой я красивый. Так особенно сегодня люди в очереди горят. Смотрите, сколько там людей. Я это уже сказал. Ты умеешь кататься? Вот рот закрой и катайся. Да, ребят, и все, кто живут в Алма-Ате, вообще, кто здесь... Я это уже сказал. А, ты уже сказал? Да. Ты запомнил? Ты что-нибудь не сказал вообще в этой жизни? Ты что делаешь? Мне своей костью давить жизнь задолбал, блин. Что делать? Снимаете, что ли? Да, мы вас снимаем. Не, мы вас не снимаем. Кстати, у нас, я заметил, вообще менталитет в стране и в городе, да. Что у нас люди не любят сниматься. Ментальность – это особенность вот именно казахстанской такой, казахской ментальности. Не-не, знаешь, как они говорят, не просто типа не снимайте. Ой, хуй! Неплохо, да? Да. Мне нравятся родители, которые берут с собой детей. Вы молодцы большие. А вот наши два дебила идут. Лёлик и Болик. Вон Лёлик и Болик. А какой лимит? 8 человек. Нет, а по килограмму? Тут просто Искандер, да? В этом вся проблема. Взаимо этот. А, Искандер дополняет, да? Еще и мази. Мара, знаешь, сколько тут грязный пиздеж? Мужики, вот раз судьба нас свела, можно интервью краткое? Мы влог снимаем. Давно в бизнесе, как говорится. Давно катаетесь, да? Давайте я слышал то, что этот сноуборд, что хорошо, ты этот ноги не потеряешь, это сразу позвоночник сломаешь. Мне нравится вот эта штука, потому что падаю, потом встать не могу. Я ж пузатый. А вы умеете? О, это тебе, это мне мазать. А, это тебя, да? Я немножко шепотнул. Немножко могу. Затягивай до того, ногу поставь плотно. Плотно назад до конца, скажу, пятку в угол. Жизнь без риска – это не жизнь, сука. Его зовут Адиль. Адиль. Как долго катаешься? Привет, ладно, не будем здороваться. Как долго? Второй сезон уже катаюсь. Второй сезон? Так мы недалеко друг от друга ушли, да? Мне кажется, далеко. Самое твое запоминающееся падение? Падение — это как раз вот перед этим подъемом. Вот то же самое было. Я вошел в кураж. Ага. Тогда я еще не боялся скорости. А сейчас боишься? Нет. Тогда я поймал передний кат. После этого у меня появился страх. Вот это было мое падение самое. Все, ну желаем тебе, чтобы ты больше никогда не падал. Кулачок. Еще нас покинул друг Искандер. Не покинул, он упал. Он был храбрым. Храбрый. Биба, что скажешь о своем? Бля, у тебя такая прическа грамотная сейчас. Че с лицом? Бля, я так сильно ударился, что я упал. И только глаза открываю, у меня сразу дежавю, и в меня лыжник летит. Я не знаю, я думал, все, это. Он перепрыгнул тебя? Он меня не перепрыгнул, он меня вот так вот, короче. Вот последний разворач и заднее сальто делает, короче. Офигеть. Я вообще в шоке. В чем самый прикол? Он заднее сальто сделал и сразу переднее сальто. И знаешь, что на его фоне они вот так вот сальто. Вот такие вот у нас талантливые ребята. Мы катим дальше с вами. Алма-Ата, штат Небраска. Изучаем наши горы. Поехали.
момент, когда ты понимаешь, что крепко стоишь на доске, все проблемы, заботы остаются в другом мире. Ощущение свободы в каждой клетке твоего тела. Здесь только ты и гора. И пиздец. Я, например, левачил. Где? Мне давали 200 тенге за хлебом, типа, сходи. А я сдачу не возвращал. А я помню, кстати, я единственный раз в жизни своровал деньги у матери. 500 тенге. Она, короче, раньше же 500 тенге, мне лет 5 было. И она, короче, работала преподом в школе. И, оказывается, это был классный фон. Ходит же. А кто ходит, кстати? Папа. Давай, подтянись. Бля. Ух, блядь. Давай. У меня просто неспортивное поведение. Мясо, я всегда говорю, оно создано для того, чтобы курить кальян, но я не знаю. Оно есть, вот посмотри направо, сними вот сюда. А чё ты молчал, блядь? Да потому что этот аппарат старый, как говно мамы. Братишки, сестренки, кто, вот все те, кто играет в эту игру, я просто не понимаю, что тут надо делать. И сказал, давай разберем твою сущность, мне кажется, это интересно. В чем твоя проблема? Фигура. Потом. Ты комплексуешь из-за этого? Нет. Все. Ну, денег много. Насколько много? Ну, настолько, что мне стыдно. Так давай, хорош отговариваться, покажи нам что-нибудь дорогое, мы требуем. Ты сказал, что ты не стыдно богат. Вот, у меня есть MacBook. iMac. iMac, у него есть. Покажи. У меня есть iMac, иначе он, да, я его взял за очень крупную сумму. И все, iMac это... Да, вот бицы есть, бицы тоже дорогие. Я вот, братан, одежду не могу у тебя забрать, дай бицы хотя бы. Не-не-не, бицы не трогай. Давай, расскажи, как начинается твое утро. Утро начинается с того, что я стою с этой кровати. Покажи, как стоишь. Ну вот как-то так, я типа сплю. Ага. Типа, ну так, сразу в инсту залетаю. Сбрызнул, как бы, дыханул старинку, короче, на смывку пошел. Иногда тут замыкает так, что здесь течет, я так подбиваю. Четко, это... Покажи, она 100 пудов с батарейками, да? Рич называется, не, с батарейками, она пахнет говном. Помните, пощекляли, да? 140 килограмм. 140. Охренеть. 143. Да, это в два раза больше. Ну-ка, встань. Да? Как бы, ну, вот так вот протираю пыль, короче. Надо как-то убраться дома, короче. Видите, после Нового года уже ничего не осталось, потому что вчера... Тоже у нас пал последний салат. А нет, вот он стоит, последний. Есть, да? Из магикан, вышел? Это оливуха. Мы хотим вернуть нас всех в прошлое. Так как у нас аудитория в основном 18+, насколько мы заметили, то мы решили, что дети, выросшие в середину 90-х и конец 2000-х годов, нас очень многие вещи объединяют. И мы собрали команду, которая завтра приедет с нами в одно заведение и которые нам в этом помогут. Алма-Ата, штат Небраска. Fucking die already! Hey! Сегодняшняя цель, мы делимся на две группы и начинаем использовать все свои связи, которые у нас есть, инстаграмы, для того, чтобы продавать Energy Diet. А ты кто? Ladies and gentlemen. Всем привет, меня зовут Ажара, и сегодня чисто случайно я попала на этот проект. Все понятно. Вы тогда это... Это очень ценные вещи для меня. Давай. Все, мы забираем вещи, у нас четвертый трофей. Если бы все это происходило в Омске, то мы бы все это быстро нашли, потому что она с Омска. Вот, но пока все, что я вижу, это она общается с подругами по WhatsApp, в общем. Вообще-то я ищу. Как Марлен сказал, недееспособная. Я бы еще сказал, бесперспективная. Вот. Такие, как ты, очень сложно замуж выходят, по идее. И самое главное. Давай. Полароид? Это прям для... Он, по-моему, даже работает при желании себя. Кем перебирает? Привет! Скажите, что происходит? Он так в шоке.
А вы здесь вот жили, да? Да, вот, на втором этаже он там. Мама Гуля у вас была, да? Нет, мама Баян. Папа Серик, я называю. Помните? 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 Вы тогда маленькие. Мы вот такие были. Вот я точно помню, знаете, сколько их было здесь? Я, наверное, если эту ешку найду, я буду самый счастливый человек на земле. А у вас, случайно, дома не осталось каких-нибудь реквизитов из детства, помнишь? Там вот, к примеру, там нету тамагочи или вот фишек из детства, которые мы... Вот хотел у вас узнать. Мы когда маленькие были, но это вот в 2000-х годах, на улице всегда лежала такая вот, находили пластинки металлические, выглядела как буква Е. Нам кто-то сказал, что это часть аккумулятора, это правда? Нет, трансформатора часть. Трансформатора? Просто мы ее найти хотим. Нет, я не буду говорить ничего, я просто сыграю начало, так, Джей. Давай, вдруг мы тихо знаем. Честно, я про эту штуку вообще никогда не слышал. Я знаю вот этого червяка в очках. Посмотри картинку, это журнал, который нужно было собирать. Открой мир с воли, да, вот сколько до хрена. Ну, ты, Ида, ты открыла мир с воли или как открыла. Бы? Открыла, я про него уже забыла. Я скажу то, что ты очень открыто, доступно, самое главное, содержательно нам рассказала про «Открой мир с воли». Какой вообще, чем? Ну, понимаете, это была такая вещь, когда журнал производился раз в неделю, его покупали, и ты ждал каждый выпуск. А вы, собственно, кто? Это, по-моему, она пиццу принесла, что-то сидит, до сих пор оставила ее уже, иди давай. Давайте возьмем. Забери ты сдачу уже, уйди. А это электрическая бритва, она была у моего папы. А, мне было очень интересно, что она делает, потому что она подключалась к розетке. Uh-huh. И были такие звуки, типа... Мне всегда было интересно. Я думала, это папа заряжает бороду. У нас есть представитель эры динозавров. Многие фотографы брали именно Polaroid, потому что это было экспресс-фото. А сколько стоила она? У всех она есть, думаю, у дома там старинные фото. А их достаточно много заряжали за эту фотку момент. Поновее уже фотоаппарат, это мыльница. Все, наверное, знают эти мыльницы. Конечно. Вот именно с этой тоже у меня история связана. Был маленький, ездили на море. Мы много дней там снимали, там же пленка такая. Да. И вот в последний день я что-то сижу, мне фотоаппарат дали в руки. А, ты открыл и все. Да, я шарюсь, раз так открываю. Засветил. И тут сзади мне тух по голове. Это, если вот кто знает, то это первые флешки, которые появились, называется диск 3.5А. Либо дискета, да, ее называли, дискета в народе. Вот, тут было 3,5 мегабайта, да, чуть-чуть? Серьезно? Да, вот у него было очень мало памяти. Анкета, ага, да, где мы задавали такие вопросы, ну типичные вопросы, но самые страшная вещь, но самый такой интересный вопрос, наверное, был, кого ты любишь? Да, тайна века, и стандартная, которую раскрывает только владелец. Да, типа ты иди сюда, ты знала за Анару? То есть как это было? Приходит, допустим, девочка и говорит, у меня анкета, и все такие, о, пацаны делают вид, что им не интересно, но на самом деле и все хотят. Да, все хотят. Сука, и типа, когда им бьют, я такие, че мы, девочки, что ли? Ладно, короче. Это как новый фильм, который ты еще не посмотрел, то есть закачался, бежишь, открываешь, сразу за всех читаешь. Да, вот как сказал сегодня Алмат, это реально социальная сеть того времени, да. Вежий, сливочный вкус рама – лучшее дополнение к любому хлебу. Лучшее для лучшего, лучшее для вас. Хлеб и рама. Созданы друг для друга. По тем меркам, вот это я, если тут еще супер набор, короче, я богатый вот с этим. Это такая азартная игра. Да. Какой покер, какой там, не знаю, там, что сейчас играют вообще дети, там, всякие динозарки. Да нет, вот. Покер. Ты сейчас играешь. Вообще смысл игры был перевернуть фишки лицом вверх.
Вот, и если это по бабе было, то вот сколько количество фишек перевернулось, ты их забираешь себе. Да. А и по муре это должны все перевернуться. Все перевернуться. Да, Mortal Kombat 3, 500 тенге стоил, такие мажоры, таким вот мажором, чтобы за 500 тенге. Не, на самом деле, что-то я вообще, я думал, оно 50 стоит. Ну, насколько да, вот в те времена Mortal Kombat эра вообще, да, нас захватила? Да, это сумасшедший это трек, было. Это фишки. Это фаталити, это бабали. До сих пор на Сеге Mortal, нравится больше, чем даже на четвертой. Вот, начну с этого телефона. Это самый такой, наверное, раритетный телефон в наше время. Еще существуют на аналоге вот у нашего Кентама, у Лена. Тоже черно-белая Nokia, короче, не знаю, что. Это нового поколения. Да, это нового поколения Nokia, да. Но вот это вот самое, вот, наверное... Почему ты не берешь Sony PlayStation? Вот у меня на районе первая появилась, в принципе. Да мы поняли, что ты... Как это? Аренда была кассет или как называлось? Прокат кассет. Прокат, да, прокат да, кассет, да, да. Да. И короче, ну я на свое имя взял, домой принес ее, ставлю. Мы смотрим там «Властелин колец» первый, что ли. И черт угораздил посмотреть субтитры там этот. И титры тут резко обрываются, короче, и начинается, блин. А, на порнуху записали это, наверное. Да. Там, да, короче, да. У нас была такая история с порнухой. Мы, короче, знали, что это порнуха, потому что там и оформление все было. И Дяхан уехал, короче. Ну, мы с братанами думаем, дай-ка пальнем, в чем прикол вообще. Палим, и они, вот, я, мне кажется, у всех пособа такая связь, и Дяхан приехал, короче. И пока он, короче, дети... Аж, ёб твою мать! И ты в этот момент, короче, с голой пичкой по дому бегаешь! Нет, еще, знаете, вот именно на таких кассетах, дай в руку, пожалуйста, именно на таких кассетах были сняты нами самими на камеру, как правило, она была у одного Дяхана, который снимал всем, вот. И он проявлял вот это на вот таких кассетах. И у всех есть видеозаписи, которые мы не любим показывать. Я не знаю, у меня есть запись, где я голый бегаю, короче, с писюлем своим. Да, и, кстати, это очень... Брали стольники и середину им выбивали. Я так где-то... Я помню. Да. Я сначала не верил, что они так что-нибудь делают, потом мне Маулен доказал. Что, получилось? Да, вот смотрите, и как бы ты сидишь там разными цветами делать. Зачем? Ну это было так весело, так. Городу не нашли, я расстроился. Но мы, блин, узнали для чего. А, откуда она? Оказывается, это одна из деталей трансформатора. Аккумулятор. Трансформатор. На самом деле мы очень старались найти сегодня. Я не думал, что так будет сложно. Это о чем говорит? О том, что через каких-то там 10 лет детям мы будем просто уже рассказывать, как мы развлекались. А детство у нас действительно было намного интереснее, чем сейчас. Смотрю на своего братишку, он залипнет в своем телефоне и как бы... И все. У нас там... Это вот, это действительно лакшери такой отдых был. Мы были же игры, которые... Просто выходишь на улицу и понеслась там прятки, непрятки, казаки, да. Да. И самое главное, я просто хотел обратиться к зрителю. Спасибо, что вы нас смотрите. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. И самое главное, пишите в комментариях то, что у вас ассоциируется в детстве. Потому что мы явно не все охватили. Конечно, мы вообще да, не мы все. Процентов ну, 10-15, наверное, охватили. Детишкам, вот на будущее вам скажу, влазите с Майнкрафта, хватит Ивангая смотреть. Спасибо вам тебе! Спасибо всем тем, кто дал нам весь этот уже, наверное, да, спасибо хлам, да? Мы обещали сжечь, поэтому... Yeah.